Итак, пошла жараку, здорово, бандиты, с вами Амнезия, добро пожаловать на новый видеоролик по игрушке Авточес Мобайл. Что-то слишком громко, это уже третий дубль, ребят, вы представляете, это третий дубль. У меня уже нет ни сил, на самом деле, ни желания, просто у меня горит жопа. Я тестил разные билды, сборки, там по фану как-то выиграть пытался. Третий дубль, да третий час я тут сижу уже. Поддержите меня лайком и подпиской на канал, ребят, я буду вам очень благодарен. Третий дубль, офигеть, это просто что-то нереальное. В сегодняшнем видеоролике, ребят, я бы хотел собраться в ассасинов. Не такие сильные соперники. Не такие сильные. Очень бы я хотел увидеть ассасинов сегодня. Очень. Но посмотрите на это 4 гоблина. Офигеть! Ну или я даже не знаю, какую сборку сделать. Возможно, рыцарь плюс... Дракон, баф элементарий собран. Ну на что нам эти элементали? А может собрать, ой, собрать видосик 4 элементаля? Какую-то дичь просто поделать. Если не пойдут ассасины, будет видос называться 4 элементаля. Как же много дамажит Клокверк, ребят, своими ракетками. Приходит гоблин. Но мы его пока не трогаем. Давайте его поставим сюда. Кольцо Регена Духу Скалы. Там такой файл был в первом дубле, я случайно, у меня собрался с одного вот этого, так сказать, не знаю, стола, что ли, вот это, с тех карт, что мне выпало, 3 штуки выпало Тиника, и я его просто случайно продал, собрал его, и я его продал случайно. Тосс аут. Хорошо, минус 1 хп, 2, минус 2 хп. Раз, проиграл. Опа, пришел дух. Привет. А давайте попробуем видос. Сейчас запили 4 элементаля. Как вам такое? Как тебе такой Илон Маск? 4 элементаля. Главное нику найти только. И можно воинов каких-то собирать, я думаю. Не ассасинов, а 4 элементаля, потому что на ютубе не было еще. Вот у меня реально открылось второе дыхание. Я не поставил 4-го персонажа. Плохо. Отлично. Тупо 3 развалили, ребят. Тупо 3. Это контент назревает. Дракон выпал. Ну, давайте 2 ассасинов выставим. Ага. Леву и дракошу. Пусть будет так пока. Я не знаю, это просто что ужасное у нас сейчас на столе. Но мы же все-таки в 4 элементали идем. Так что, ребят, полетел бумеранг.
Эх, посмотрите на ХП Шадоуфинда. Как же нам сейчас не повезло. А раз нас уже второй раз выносит. А раз же он, да? Ты же раз, раз. Ладно, давайте продадим его. Закроем баф воинов. Отлично. Все, ребят, 4 элементаля. У нас сегодня будет. Джиггернаут убить противопоказано, так? Или что, я понять не могу. Хорошо, развалили предпоследнее место. На раса мы напали. Мы к стоевому вынесли. Изи. Как тебе такой, Илон Маск? А? Как тебе такой, рубак от Тир 2? О май... Так у нас назревает стратегия, ребят. Стратегия. Вот это, вот этого парнишку заменить надо. И надо словить Рейзера. И выходить, тупо фастпушить левел. Чтобы поставить Энигму. Чтобы, ну, типа, не кликбейтный видос был. Ну и выиграть, естественно. Два антимага. Здорово. Я думаю, я и так без проблем его развалил. Все, антимага развалили. Хорошо. Еще и там элементарь работает. Ля, черт. Осуждаю двух антимагов. Два антимага. Просто представляешь, это вообще хэм. Четвертый уровень. Осуждаю. Я его осуждаю. Морфлинг. Здорово. Давайте поставим демона только из-за того, что он сильный будет сейчас. Просто. Просто он этот парень будет сильный. У него там дэмэджа 75, 700 хп, ну это ждем, плюс там у него стан, это начально очень сильный персонаж. Думаю, зарядки у нас хватит. Ух ты, тут шестой левел, ассасины, фу. Неплохо. Только не звони мне, пожалуйста, сейчас. Только не звони мне, пожалуйста. Что за деградант мне спамит? Ладно. Я даже не знаю, кто это. Но, допустим. Ну что? Поставим волка. Рейзера там нету, случайно? Нету. Хорошо. Не, нехорошо, конечно. У нас три персонажа прокачать можно. Сейчас 10-й раунд. Раунд. 86 хп. Люканул, тонул. Да, дэмэдж, смотрите, рубака, топ дэмэдж дилер, рыбная вилка, наконец-то дэмэдж какой-то упадает. Естественно, даем нашему элементалю, который гвоздь нашего видеоролика, доспех даем рубаке, который не гвоздь нашего видеоролика, но все равно. Так, ну что, там выпадает, выпадает то, что должно было нам выпасть в предыдущем видеоролике, понимаете? Но оно так и не приходило. В предыдущем дубле, прошу прощения. Да. Дух скалы, там что-то люди качаются. Там шестой, шестой, пятый, пятый, шестой, шестой. Один челик в инкаме, 30 монет. Один, два разора первого уровня. Нам нужен разор. Вне зависимости вообще от ситуации. Хорошо.
стану. То, что волки там по 80 урона, ну вы извините. Это очень круто. Так, разваливаем. Разваливаем. Минус 9. Ку. Ку. Так, ну Люкана нам еще надо две копии. Здорово. Хорошо. Ну хотя бы так. Что-то апнулось. Бомбардировщик. Единорог. Ничего страшного, пока у людей не качается. Нужно Марфа в Т3 гнать. Ты ж видос про элементалей. Элементалей всего лишь два, вы понимаете? Вот тут последнее место и у меня. Хорошо, никуя. Шо у тебя, братан, вообще? Я не могу на тебя нажать. А, у тебя гоблиносы? Смотри, гоблиносы? Приходит морфинг, это хорошо. В принципе, здесь можно было собираться в ассасинов. Ну, как обычно, мне в голову взбрела какая-то левая мысль, и я решил собираться в четырех элементалей. Нам бы они нормально падали сейчас. Но уже имеем, что имеем. Третий антимаг. Осуждаю третьего антимага на 13-й волне. Вот этого челика третий нет. Вот его я осуждаю. Ну, мало дэмэджа наносит, разве что ману, то выжигает, этот дурачок. Ну, его я осуждаю. Инкам, 30 монет, неплохая прокачка, 6-й левел. У нас все шансы, разор, разор, приди, разор, разор. Не хочет приходить, ребят, 39 монет. А там маги, да, ласт место, ну, я думаю, хотя 47-46%. И денег у него нет. Т1 у него только. Там ему очень сложно. И денег у него нет. Ему, думаю, очень сложно. Блин, там морфи. А, ну да. Давай против третьего антимага, которого я осуждаю, ребят. На. Я тебя осуждаю, дурачок. Шо? Волк. Все, ультанул. Ого, ни хрена себе, у него такая дальность топоров. Вот я этого дурачка осуждаю, в принципе, ребят. Видите, что я с ним сделал? Это я его осуждаю. Вот те, кто играет с антимагами, я их осуждаю. Ты самая такая бесящая карта против твоих демонов. Это раз, а второе это то, что она ману выжигает. Ну, если она у тебя, она бесполезная, естественно. Но она мешает очень сильно противникам. Ну, как вы видите, вообще третий антимаг. Если бы там была какая-то другая карта третьего уровня. Любая, я думаю, любая, кроме антимага, мы уже давно проиграли. Главное, ультани, братан, хорошо. Не, ну мы вообще должны как бы... Без проблем разбираться с волками здесь. Рубака топ нетворс. Кольцо регена. Хорошо. Я даже не знаю, рубаки у нас есть что-то, да? Там бронька небольшая, да? А, ну да. Кольцо регенов. Кого? Еще один костюм. Ну, давайте все морфу даем. Он же гвоздь нашего видеоролика. Элементали, ребят. И два кольца втором. Чисто одного в броню, второго в дэмэдж. Все равно, было, может быть, рубаки, да? У него 148 урон. 141, учитывая, что у него лянь сколько. И хп у него больше. А, ну да, разор. Ку, здорово. А ну да.
Осуждаю. Вот так. Возможно, не нужно было продавать. Но у нас инкам 86. У нас все хорошо, ребят. Сейчас выпадет еще что-то. О! Вот этого я не осуждаю. Это челик молодец. Он к столу играет меня сейчас. Смотрите, волк не ультует. Видите, что он с нами сделал? Он просто вторых собрал. Это последний... А, не... А, я его перепутал. А, нет, это он. Это все правильно. Там просто третий огр ему пришел. У него там куча артефактов. Просто смотрите на огра на этого. Он ему все, наверное, отдал, что выпадало. Просто я в шоке. Так, теперь я больше не осуждаю. Пока что не осуждаю. 7-7 у нас фигур на поле. Не, у нас все шансы выиграть. Это просто выйти в фаст уровень. Кучу-кучу просто персонажей настать и все. Энигма выпадает. ГГВП. Так, от этого я осуждаю дурака. С антимагом своим вонючим. Волк не ультанул. Зачем ты тоснул того, который и так бы сдох сейчас? Его волк тоже не ультанул. Кунка на лоу хп корабль спавнит. Опа, хорошо, хорошо. Антимага, добей вонючего этого. Ну что, морф сможет? Нет. Дурачка этого убить. К сожалению, не получилось. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, качаем. Второй у нас. Давайте немного сбоку всех нас поставим, так сказать. Разора куда-то сюда. Сейчас. Вот морфлинга надо в Т3 гнать, ребят. О, гоблиносы с ассасинами. Этого я не осуждаю. Разор. Много дым. Хорошо, на клопу. Не, ну сейчас там очень много дэмэджа будет наносить Люкан волками. Смотрите, а, ну, блин, нам сложно с ними, кстати. Опа. Не. Первый морфинг. А, это топ-1, дурачок этот, лох. Но у него, наверное, уровень... У него 8-й левел, серьезно? Но он минус в деньгах вообще абсолютный лох какой-то, ля. Дебил. Надо в леву рашить просто и все. Второй разор нужен, ребят. Но разор второй нам не приходит. То, что он приходит... Двум чувакам второй разор пришел. А, жесть, нам нужен второй хотя бы. Я надеюсь, упадет он два раза. Двух чуваков второй. О, это дурачок с антимагом. Да, я его осуждаю. Мы тут проиграли, конечно. Дай дум в кого-то, а. О, я его осуждаю, вот этого дебила. С третьими двумя уже. А уровень у него какой? Уровень у него седьмой. 50-50 монет у него, вау. Воу-в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 оу. Два морфа надо, ребят. И выходим в левел. Не, ну пока сидим, типа 69 хп, у нас все неплохо. Дума бы только еще половить и убрать. А не, у меня все воина, ну да. Ну, на восьмом поставить какого-то еще воина. А какого, я не знаю. На девятом энигму втулить и тупо 4 элементаля, ребят. Вот, а дурака с антимагом я осуждаю чисто. Комбинируем. Да, давай. Давай, этот Мьёльнир. Не, Мьёльнир это крутое.
Я без понятия. Я уже не помню просто, как то, что подешевле называется. О! Ну чё, нам тиника не будем качать. Ничего не выпало. Пороляли, ребят. Ну шо, нам надо два морфа. Давайте в левел все-таки выходить. Че я марнотрачу эти бабосы? Сейчас мы проиграем, кстати. Не дал морф. Ассасины вонючие. Ребят. Морф ультануть не может полгода. Там еще бумеранг. 11 дэмэджа по роже. Да ну? А ну да. Восьмого. Я не знаю, что он делает. Как бы его вообще разносить будет. Так все в лейте, что... Я вот это схе. Который очередняра меня побеждает за то, что у него параша какая-то просто стоит. Освобождаю слот. Роляем. Не. Да. Ху. Подождите. Что, так просто, что ли? Так просто, что ли? А, ну да, в принципе. Разор второй, все. Теперь нам точно в левел идти надо. И вот тут еще и лох какой-то нам попался, к тому же. Так, я предлагаю немного... А, там антимаг опять был, осуждаю антимага. Содрал уже. Или так оставить. Не знаю. Да, наверное, так давайте оставим. Не будет все окей. А ну да. Баф зверей, к тому же. О, вот этот дуралей с магами, да? Здорово. Не успел раз так оставаться, да? Что там? Не, братан, это так не работает. Он уже ливнул, он уже понял, что тут все бесполезно, что он тут пытался мне противопоставить. Все, он до 8-го левела рашит. После этой волны, давайте две волны сидим. И рашим восьмой сразу так. Вставим второго морфа. А чё нет? А ну да. Чё он делает вообще? Ну, наверное, гоблинов закрывать будет. Я так подозреваю. Дум у меня первый. Там кунка первый. Но у него кунка ж по-любому. Да, у него кунка. Ну, и у меня тоже дум тут есть. Поэтому, а ну да. Кстати, тут... О, осуждаю этого дурака. Успел дум дать. Ну, кстати, тут шансы есть. Или нет. Разор даст? Дал. А, ну да, я его осуждаю, в принципе, вот так, по роже. По роже ему прошелся его. Мерзкой, так сказать, 63. Все, сейчас еще раунд. Сидим так, как крипы, вот эти гневные звери, я думаю. Мы без проблем выносим, и все, выходим в восьмой. А там уже восьмой этот хейт, этот вонючка, да? Я его вынес. Он что-то вкачал еще парашу какую-то. Он только что вкачал или на том раунде еще? Я его вынес, лоха. Дурачок, короче. А, ну да. О, какой тоссаут. О, вот за это я тиника люблю. О, лохля. Дум жепа. А дум наносит урон. Да. Кстати, неплохой урон такой. Не, ну слабенький, конечно.
Все, рашим левел, ребят. Сейчас ставим этого второго чисто морфлинга. Попку. И роляем еще. Опа. Один. Да, Гернаут. Здорово. Один морфлинг нужен. Это три морфлинг. Я не знаю, что нас остановит сейчас. Все, нам нужна Энигма, ребят. Нам же, типа, мы же не кликбейтеры. Мы все, все честно. О, дурачок с ассасинами. Ку. Привет. Не дал. А, ну, да. Да дай же ты Дум, твою маля. Дум, не дай. Смотрите, у Дума типа скорость атаки, что он ударить не может. Не, ну тут жопа этому дурачку, учитывая, что у него еще деньги. А не, у него уже деньги немного появились, этого дурачка. Привет. Бум. Ну чё, есть у нас шанс на победку. О, это я этого осуждаю, дурака. Опа. Вот его я осуждаю чисто так. Я ему слил. Топ 3. Знаете что, нам левел надо апать. Иду за хуй. На следующей волне уровень апается и все. Герокоптер. Но нам нужна же Энигма, да? Мы же не коп, там третий дурачок тут собрался. Ух ты. Мне кажется, это еще и потная игра будет. Учитывая, что у нас Дум, блин. О, как морф заехал. Ну сколько там дэмэджа? Не, ну мы этого лоха убиваем легко, в принципе. Давай Дума, блин, алло. Лич. Нахрен нам лич. Спасибо. Неужели? Все, Энигма. Энигма, Энигма, Энигма. Давай. Все, нам Энигма нужна. У него три клетки. Да ладно. Ну что, я его осуждаю, нет? Второй Дум. Что с лицом? Как-то так. Нам нужна Энигма. Мы же баф собираем, ребят. Энигма, давай все. Тридцать минут видос. Два рубаки. Рубаку бы на что-то поменять. На кунку, например. Ну, кунки же нету. А, ну, да. И баф был бы шести воинов. Тоже сильный. Закрылся бы. Что это? Три воина, блин. Что у него? Пять брони там. Десять брони. Брони нету. Дума ничего нет, да? А, не, у Дума вот здесь брони. Коготь. Ну, сейчас вот это дадим многоуважаемому нашему герокоптеру.
Все, 31-й раунд пошел. Сейчас против этого дурачка с ассасинами будем, ребят. А, ну да, кстати. Что тут у них, у обоих? Ну, они тут повкачивались, конечно. Два, второй, девятый апнул, дурачок тут. 50 монет, 8-й левел. Мне кажется, схе победит. Если не я, то схе. Ну ёпперсеты, ну дайте прокасты свои! Смотрите, что клопа творит, третья. Это что было сейчас? Давайте Энигму мне. Зубаку давайте, икунку давайте. Я не знаю, я говна на куплю. Поставлю еще одного этого че. Ну, сейчас, типа, он пусть стоит. Два у нас. Давай, красиво. О! На 2500 демеджа вкатился. Хорошо. Куда он пошел? Да дурака я осуждаю. О! Против того дебила вонючего просто со своими ассасинами, квапа там эта сраная, которая прыгает. В жопу иди, лох. Вот так расставлю, блин, сейчас против этого дебила. Один рубака придет ко мне сегодня, нет? Чтоб Т3 рубака был. Много демеджа, чтоб было, будет? Шо ты, дерьмо? Дерьмо на ассасинах, а? Посмотри, шо? Шо? Шо с лицом, дебила кусок? Все? Шо, все, да? Дебил. Наставил своего говна, блин. Кунка. Есть смысл вместо Люкана? По-моему, нет. Слушайте, а давайте так оставим, а? Посмотрим, что будет. 36 монет еще. Ну, он сейчас вылетит. 35 монет. Да не, ну тут, по-моему, габелла мне. Там еще Течис. Но челик без бафа. Давайте 4 элементаля найдем, алло. Же меня выносит тут как хочет. Энигма, 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 энигма. Да ну какой лич, ой. Шо, такую расту опять делать. А, то есть, дракон этот будет. А что за чувак? Пешка 6. Энигма, энигма. Энигма. Утверждаю, утверждаю. Ну что, дадим ему? Давай, я в тебя верю.
Что ты, дуралей? Как твои дела там? В помойке. Ой, что вообще ему больно-больно от этого парня. Ну чё, 1800 хп? Энигма! Собака. Шо, он 10-й сейчас апнет и все. Мне кажется, 23 монеты. Боже, он там шо он-то только не вкачал. Тэчиса хоть второго, он тоже гералета взял. Ого, лежать. Лежать. А тут я лежать. Ля, дурак, видел, как замансил? Ха-ха. На. Чё, в левел выйдем? Энигма ему. В левел выходим, ребят. Сейчас будет возня долгая. Ну да. Два волка. Просто меня... О! Он против меня расстался, дурали. Раз волки. А шо, убили моего этого? А, его выкинул кто-то. Что ты? Что ты, по-моему, еще хуже себе сделал? Вообще его развалил. Повыкидывали там. О, на! Дурачок. Ну какой Тэчис, если мне Энигма нужна? Энигма! 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 Три элементаля. Вчера 5 магов, сегодня 3 элементаля. Понимаю, понимаю. А ну чё, а если я волка вот сюда поставлю? Лихане пусть. Он не меняет расту. Шо он там, блин, я не знаю, коробки какие-то делает непонятные. Надумал на моего, а, ну ясно. Кстати, я и проиграть могу сейчас. Чё с лицом, дебил? Помойка переставился против меня, а ты посмотри на него, какой умный нашелся. 9 левел, 23 монеты, он ролит, нет, он левел качает. Он что-то выбивает, не поэтому, что он хочет Т3 вывести, куда ему, что ему тут еще в Т3 можно? Ничего, но если я его так побеждаю, все, ГГ. Разве что я 10 возьму сейчас? Есть шансы. Мне нужно выносить ледников этих вонючих. Что, не? Не вышло. 14. Он не меняет расту. Не знаю, что-то я дичь какую-то. А, ну да, ку здорово. Кто вынес меня тут? Сорок. Есть.
За 3 что-то поставлю сейчас. Люди. Баф людей собрал, ребят. Печи со своего поставил вонючего. Ого. Типа баф людей работает или что это? Сколько снимается? Одно хп, ребят! Одно хп! Чё за дичь? Он расту меняет? Нет! Ну, качнул 10-й. Я ему не сайленс повесил. Давай до конца. Ультанула Лина. Да, это победка, ребята. Чисто элементалями зарешал 41 минута видос. О боже, это такое мясо, это заслуживает лайка и подписки. Чисто, ребят, вы... тут нереально жесткая игра получилась. Все, ребят, куча моря просто эмоций. Первая победа сегодня, третий дубль, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите положительные комментарии. И, ребят, мы с вами встретимся завтра, возможно, на основном аккаунте. С вами был Амнезия, всем удачи, всем пока.